Это видеоблог. Это видеоблог? Именно. Это видеоблог. Блог видео. Это видеоблог. Это видеоблог. Всем привет! Привет! В эти карантинные дни мы решили вырваться и прокатиться, вернее, разведать, можно ли погулять в одном из парков. Ну, вообще, это как бы заповедник считается небольшой. Сейчас поедем проверим, можно ли туда попасть. Без пропуска можно кататься по своему району. Никто никого не арестовывает, никто никого не штрафует. То есть передвигаться можно, соблюдая меры предосторожности. Да, за 3 недели, что я наблюдаю на велосипеде и катаюсь по округе, я полицию видел, ну, 4 раза, наверное. У них никакого интереса ко мне не было. Погода сегодня не летная, будем так говорить. А еще, как говорит Алексей Щербаков, да? Да. Это видеоблог. Ну, мы приехали. Эвкалиптище. Там значок, что сидите дома, никуда не ходите. Ну, тут 4 машины, кроме нас. Птицы поют. Послушайте. Ну, конечно, они затихают, когда их начинаешь снимать. А вот это, ну как, кто знает, что это такое? Что за ягодки такие? Вот так вот. Смотрите, уже урожай практически. Неужели он до августа будет спеть? Раньше будет, думаешь? Весенний. Для туристов и вообще для португальцев сделаны вот такие пешеходные тропинки, что ли. Вот они обозначаются буквами. И вот видите, маршрут GR13 белого цвета. И вот она обозначается красным и белым цветом. Пешеходный маршрут Фонте Бенимола, он обозначается желтым и красным. То есть мы пойдем по желтому и красному. И там есть табличка, на которой написано, что нас ждет. Вот такая табличка, рассказывающая об этом заповеднике. Ну, считайте, что заповедник. Здесь вот такие вот виды. И какие животные здесь водятся. Растения, птички вот такие. Это все мы увидим. И здесь схема, рассказана, где куда идти, но это понятно. И какие маршруты ждут. 4,2 километра туда-обратно. Круговой маршрут. Времени прогуляться 1 час. Так, руки как стабилизатор. Вот такая тропиночка. Конечно, вам не асфальт, кто привык. А вот там внизу речка течет. Сейчас мы ее не увидим отсюда. Но внизу она точно есть. Ух ты, маковые поля. Ух ты, маковые. Я сейчас попробую приблизить. А ну-ка. Так. Вот так. Нет, только видно, что там что-то рыжего цвета. А вот еще обозначение. Это, кстати, медронию. Земляничное дерево здесь растет. Черника. Стевия. Вот стевия, да? По-моему, да. Это же она сладкая, да? Не знаю. Корковый дуб. Ну и вот наше обозначение, что мы идем все верно. Вот это да. А тут прям дождь собирается. Да, он уже идет. Идет, да. Я надеюсь, мы проскочим. И успеем посмотреть. На той стороне еще продолжение дороги будет. Sim. Certeza? Absoluta. Está tudo bem? Ótimo, estou mesmo bem. Estou só a recuperar. Não preciso de nada, uma ambulância? Não. Certeza? Certeza. Olá, adeus. Bom fim de semana, obrigado. А нас развернули. Вот так вот. Подъехали полицейские, они всех загоняют обратно домой. Вот и вся прогулка. Ну, мы посмотрели, куда можно будет в следующий раз ездить. Так что продолжение смотрите на канале в следующей серии. Это видеоблог. Ну, нас разве можно что-нибудь остановить? Вот забрались на такое видное место красивое. Кстати, на той горе мы вчера ходили, на ту гору. Там 227 метров. Вот, а здесь мы вот приехали. Сейчас погуляем здесь, раз там гоняют всех. Ну, как такие вот виды не показать? Это город Лолэ. Это видеоблог. Такая вот дорожка здесь. Древнючая. Это подъем на эту
гору, а здесь на горе как раз стоит церковь. А, самых купол видно только.